жгуты, бинты, тонометры и другие атрибуты людей в белых халатах. Все это могли увидеть и потрогать своими руками посетители детской библиотеки имени Пушкина. В рамках просветительского марафона «Мы в этом городе живем» состоялась интерактивная встреча с медицинскими работниками скорой помощи. Просветительский марафон – составная часть грантового проекта «Это мой город, это твой город». В рамках марафона у нас целый ряд мероприятий, краеведческие встречи. Мы читаем книги наших саровских авторов, говорим о нашем городе, о его истории. Помимо этого у нас еще и проводятся вот такие встречи с людьми. Мы имеем возможность приглашать активных людей нашего города, разговаривать на темы разных профессий и в то же время привлекать детей к активному участию в жизни города. Так, благодаря просветительскому марафону в рамках гранта, в городе открылась фотовыставка «Пушкин в городе». Маленькие посетители библиотеки узнали от ее сотрудников о готовящейся выставке и с радостью помогли в ее создании. Сегодня же школьники из первых уст услышали от медиков об их профессии. Ребята ознакомились с содержанием укладок скорой помощи, узнали о предназначении медицинских приборов, задавали интересующие их вопросы. Здесь у нас находится, что это, знаете? Давление. Это тонометр, да? Приглашенные гости рассказали юным саровчанам, как правильно обрабатывать бытовые раны, что нужно делать при ожогах, как находить пульс у человека. Рассказали о типах кровотечения и как правильно накладывать бинт. Сотрудники детской библиотеки пригласили нас, меня и Елену Александровну Клюеву, для того, чтобы мы провели с детьми занятия по оказанию первой помощи, по работе скорой помощи, показали им наши средства для оказания медицинской помощи пациентам, ну и чтобы дети смогли поближе познакомиться с профессией. Усвоив азы теории, школьники перешли к практике. Они попробовали себя на месте врачей скорой помощи. Медики показали, как измерить пульс и давление. Также ребята освоили ряд несложных, но эффективных действий по оказанию первой помощи себе и окружающим. Возможно, кто-то из детей сегодня искренне захотел стать врачом. По реакции детей, я думаю, что им понравилось. Глаза и горели, да, они очень активно задавали вопросы, участвовали. Сегодня я узнавал много нового о медицине, много всего узнал, очень много я понял. Оказывается, я некоторые вещи не знал. Я думаю, что это очень увлекательно для детей, чтобы они понимали, как что делать при первой экстренной помощи. Мне больше всего, если честно, понравилось, как врачи показывали всякие инструменты. И я даже попробовала инструмент, который слушает сердцебиение, и пульс. Я попробовала сама даже. Мне очень понравилось. А 5 августа, в день светофора, библиотека приглашает читателей принять участие в уличной акции от ГАИ. Посетители смогут поговорить с сотрудниками о правилах дорожного движения без возрастных ограничений. Подробности по телефонам 9-17-34 или 9-17-39. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.